пригороде Берлина Вольф и его русские друзья собирались стереть Лондон с лица земли. Но я все еще не знал, где находятся пусковые установки. У меня был адрес конторы Вольфа, она расположилась в самом сердце города. И если бы я ничего не нашел там, то смог бы найти ответы на некоторые вопросы в здании министерства неподалеку. Битва за Берлин была в самом разгаре. Бои шли на каждой улице. На всех крышах сидели снайперы. Танки заняли все мосты и площади. Немцы жгли свои документы, чтобы они не достались русским. Мне нужно было спешить.
offended him.
комнате все было перевернуто. Фрицы выпотрошили ее. Они забрали или сожгли все бумаги. Но должно было остаться что-то, что могло бы помочь. Это старый трюк, но вполне действенный. В яблочко. Похоже, это план спасения Вольфа. Но перед свиданием с Вольфом мне нужно было сорвать пуск Фау-2. Здесь не оказалось ничего, что могло мне помочь. Единственный шанс давало здание министерства на другом конце площади.
На карте были отмечены все пусковые площадки в окрестностях Берлина. Только одна из них была действующей и при этом находилась на территории, занятой русскими. Она-то мне и была нужна.